По традиции, йеменские евреи являются потомками колена Иуды, пришедшие в Йемен после разрушения первого храма. Евреев в Йемене угнетали, они подчинялись и страдали от многих суровых законов. Еврейские ремесленники обладали превосходными творческими и профессиональными навыками. Их ювелирные изделия высоко ценились. Но из-за того, что они были вынуждены платить налоги намного выше, чем мусульмане, они не могли добиться успеха. Их заветной мечтой было вернуться в Израиль, и йеменские евреи никогда не отступали от нее. В 1881 году началась первая волна эмиграции в Израиль, и до создания государства Израиль в 1948 году около 35 тысяч репатриантов прибыло из Йемена. Новое израильское правительство запустило иммиграционный проект под названием «Операция «Ковер-самолет», также известный как «На крыльях орлов», чтобы привести почти 50 тысяч евреев в Израиль. Во время этой операции родители и семья Бен-Циона приехали в Израиль. В течение 2 лет они шли по Йемену, по труднопроходимой местности, преодолевая трудности, пока они, наконец, прибыли в Аден. Здесь они поднялись на борт самолета, который привез их в Израиль. Несмотря на ограничения в весе и очень маленькое количество вещей, разрешенных взять каждому в самолет, отцу Бен-Циона удалось взять с собой свои драгоценные инструменты, чтобы продолжить свое ремесло и содержать свою семью в Израиле. Инструменты были очень простые и изготовлялись самостоятельно, а затем использовались для создания изысканных филигранных ювелирных изделий. В Йемене заказчик приносил ювелиру 5 серебряных монет, 2 из которых были его платой ювелиру, а остальные 3 переплавлялись до создания украшения. 2/3 времени уходило на изготовление серебряных нитей. Все йеменские ювелирные изделия создаются из 5 основных нитей. У каждой из них есть свое название. С 10-летнего возраста Бен-Цион стал помогать в мастерской своего отца в Кирьят-Экроне, приготовляя тонкие нити для серебряной филиграни, изучая традицию и секреты ремесла, передающегося из поколения в поколение. В итоге он поступил в высшее учебное заведение и стал инженером-электриком. Однако традиция оказалась сильнее, и так как спрос на его красивые изделия рос, он полностью погрузился в искусство филиграни. Бен-Цион Давид – 8-е поколение ювелиров. Один из немногих ювелиров-мастеров, работающий в технике филигрань в Израиле. На сегодняшний день это искусство считается исчезающим. Именно по этой причине Бен-Цион создал свой музей. В экспозиции представлены оригинальные ювелирные инструменты из Йемена, старинные жернова, плетеные корзины, которые все еще плетет его мать, и фотографии, изображающих йеменскую невесту, выпечку хлеба пита и йеменскую школу для мальчиков – хедер.